Хаюшки, всем, с вами Эдитор Марго и Вампара-сан. Думается нам, что не стоит тянуть резину, поэтому переходим сразу к видео. Рассказывать мы сегодня будем о некоторых персонажах из Токийского гуля. Как вы поняли, это видео относится к такой прекрасной рубрике, как описание аниме-героев. Первой нашей жертвой станет многоуважаемая Камишира Ризе. Все смотрящие это замечательное аниме знают, что Ризе пробыла в сериале недолго. Данная героиня оставила не самые хорошие впечатления себе, так как в первой же серии сожрала немало людишек. Именно благодаря ей главный герой и стал ненавистным всему человечеству гулем. Хотя мы должны сказать ей спасибо, ведь из-за ее вмешательства мы получили 2 сезона и интересную завязку. А теперь непосредственно к самому описанию. Среди людей Ризе получила S-ранг, то есть один из самых высоких рангов и прозвище Обжора. Еще до начала действий, разворачивающихся в аниме, она очень долгое время была одной из самых неуловимых и разыскиваемых гулей. Притворяясь человеком, Обжора была тихой и неприметной, но при этом очень хитрой. Если рассматривать ее как обычного человека, она была не дурна собой. Длинные лавандовые волосы, стройная фигура, завораживающий и притягательный взгляд. Ризе придерживается женственного стиля в одежде, который одновременно подчеркивает ее невинность и хрупкость, и привлекает внимание со стороны мужчин, которые в дальнейшем становятся ее жертвами. Если в двух словах, то она очень умна и за счет этого неплохой стратег. Второй описываемый нами персонаж – Катара Омон. Сразу начнем с того, что Омон – обычный человек, работающий CG следователем первого после же высшего ранга. Катара – высокий молодой мужчина с черными взлохмаченными волосами и сине-серыми глазами. За счет усердных тренировок и занятий обладает атлетичным и очень мускулистым телосложением. Примерный возраст – 26 лет. Говоря о положительных качествах, нужно уточнить, что Омон человек с большим чувством справедливости. Он всегда поступал по совести и всегда был предан своему делу. Будучи сиротой и пройдя через множество трагических событий, Катара пришел к мнению, что этот мир неправильный, а истребление гулей – первый шаг к его исправлению. Но после сражения с Канеки он понемногу начал задумываться о том, что это мнение было ошибочным. Третьим идет Ута, гуль на все руки мастер. Он занимается созданием масок как для гулей, так и для людей. Ута очень странный персонаж, в первую очередь своей тягой к неформальному внешнему виду. Его тело покрыто множеством татуировок, в ушах и на лице красуется пирсинг, ногти выкрашены в черный цвет, а длинные темные волосы собраны в короткий хвост, уложены направо и выбриты с левой стороны. На первый взгляд Ута многим кажется приветливым и дружелюбным молодым человеком, готовым пообщаться на различные темы со своими клиентами. Люди зовут Уту Безликим, потому что он обладает уникальной способностью, которая позволяет ему менять свой внешний и физический облик. Благодаря этой способности Ута может имитировать других людей, копируя их лица и голоса. Тем не менее, неотъемлемой частью характера Уты является его искусное лицемерие. Поведение на людях не более, чем его очередная маска. Следующий гуль в нашем списке – Аято Киришима. Аято – младший брат главной героини Тоуки, также известен как Черный Кролик. Вместе с сестрой рос в 20-м районе, но после покинул его и вступил в древо Аугири, где в данный момент является руководителем. А это худощавого телосложения, высокого роста с голубыми глазами и длинными темно-синими волосами, имеет сильное сходство с Тоукой. А это обладает 2 масками, которые выкрашены в черный цвет. Первая представляющая собой лицо с 2 алыми сферами и широкой зубастой улыбкой. Вторая же, используемая в настоящее время, обладает дизайном под кроличью морду, отчего он и получил свое прозвище. А это высокомерный, наглый молодой человек. У него, как и у сестры, горячий характер. Обычно показан с угрюмой, а иногда и вовсе злобной ухмылкой на лице. Имеет привычку пинать людей. Со временем становится более снисходительным. Всегда готов дать наставление или совет своим последователям, а также рассудительно руководить ими во время крупных операций. Следующий весьма загадочный Йома Рэнджи, правая рука Ишимуры, старый друг Уты. За свои повадки падальщика и за маску, похожую на длинный птичий клюв, Йома получил прозвище Ворон. Высокий, крепко сложенный мужчина с серебристыми волосами и тяжелым каменным взглядом. Обычно носит длинный плащ и черную футболку, которую сохранил со времен жизни в 4-м районе. Он очень спокоен и сдержан, хотя в прошлом он был вспыльчивым гулем, одержимым местью и жаждой насилия. Хотя его поведение со стороны и выглядит холодным, Рэнджи заботится о своих друзьях и коллегах. Йома очень грозный борец. Каганы Йома прорастает из плеч, принимая форму крыльев ворона. После знакомства с Йошимурой, Рэнджи использует свой каганы крайне редко, больше полагаясь на собственную физическую силу и рукопашный бой. Последний будет самый добродушный гуль всего аниме, менеджер кафе Энтейку Йошимура, который также известен как Сова. Обладая необычайным хладнокровием и сдержанным характером, он производит впечатление загадочного джентльмена. Йошимура очень силен как гуль, но при этом он всегда был очень добр как к гулям, так и к людям. Проявляет гораздо большую мудрость и ответственность, нежели остальные гули. Люди вроде Нишики зачастую сомневаются в его истинных намерениях, однако он выступает надежным гулем, который ради своих подчиненных готов на многое.
Если вы хотите вторую часть, то ставьте лайки и пишите в комментариях, о каких персонажах вы хотите, чтобы мы сделали следующее видео. А на этом все. Как мы и говорили, если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и группу ВКонтакте. Делитесь видео с друзьями. И оставляйте свои комментарии. С вами были Эдитор Марго и Вампайя Сан. Всем кавая сайонара!